Завтра ноябрьская команда по мини-футболу «Газпромнефть» 2000 года рождения уезжает на всероссийский финал. Напомним, что это право наши юные спортсмены завоевали, успешно выступив в региональном турнире, став его победителями. Решающие игры первенства страны пройдут в городе Ялуторовск в дни весенних каникул с 24 по 31 марта. Всего в них примут участие 12 команд. Кроме ноябрьцев, это дружины Москвы, Троицка, Нового Уренгоя, Екатеринбурга, Тюмени, Красноярска, Сыктывкара, Ярославля, Саратова, Московской области и Краснодарского края. Остается добавить, что свою первую игру команда «Газпромнефть» проведет 25 марта, а мы будем ежедневно сообщать о том, как выступают наши ребята на столь престижных соревнованиях. А в ноябрьске в эти выходные в рамках чемпионата России среди любительских коллективов состоится очередное дерби между местными дружинами «Газпромнефть» и «Вираж». Игры пройдут в спорткомплексе «Зенит». Начало субботней встречи в 19 часов, воскресной в 13. Приходите, будет интересно.